Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с участниками саммита Глобального совета генеральных директоров. Ежегодный форум глав крупнейших корпораций мира в Пекине с 2013 года организует Китайское общество дружбы с зарубежными странами. В этот раз топ-менеджеры обсуждают, каким образом их компании могут извлечь выгоду из развития Китая, а также варианты участия в китайской инициативе «Один пояс, один путь». На встрече с участниками саммита китайский лидер напомнил о позитивной роли иностранных инвестиций в экономических реформах и развитии Китая. По его словам, открытие внутреннего рынка – необходимое условие для роста, и страна продолжит следовать по этому пути. Пекин также стремится к сотрудничеству с другими странами для построения сообщества общей судьбы, несмотря на то, что в мире наблюдается новая волна протекционизма и изоляционизма. В апреле этого года на азиатском форуме в Боао я объявил о некоторых мерах по открытию экономики. Не думайте, что эти шаги забыты, и я не подтверждаю свои слова делами. Я тогда заявил, что мы серьезно и решительно расширим доступ к рынку, создадим более привлекательный инвестиционный климат, усилим защиту интеллектуальной собственности, инициируем расширение импорта, а также предпримем другие значительные меры, включая режим свободного порта в провинции Хайнань.